Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру на Android, которая называется Dead Tide. Бейся, чтобы выжить. Ну что ж, давайте посмотрим, у нас тут разные сервера есть, но я пойду, который нам предлагают. Так, тут у нас идет прогрузочка всякая, а арена открывается с 10 уровня. Как мы видим, перевода в ней нету, так что особо здесь не поговорим. Так, что-то здесь произошло, я смотрю, ага. Чего-то мы выжидаем, ребята. Это у нас типа ролика, который можно, в принципе, пропустить. Но мы посмотрим. Ага, смотрите. Разбились капсулы и оттуда вылезли зомби. Куча зомбарей. Так, сейчас они в данный момент дерутся сами по себе. Я ничего не делаю, просто наблюдаю, ребят. Так, ага. Нам предлагают использовать обилку. Так, вот, значит, что происходит. Теперь следующего персонажа. Ух ты, жарит он довольно неплохо. Теперь еще один персонаж. Что он там сделал, я не понял. Ну, в общем, вот как-то так, ребят. Опачки. Тут доктор Франкенштейн, оказывается, да? Что это? Оу, смотрите, смотрите, смотрите. Он превращается в кого-то. Ядрить его на корень. Опачки, вот это да. Короче, тут всех замочили, кроме одного, которого звать Команда. И нам его, я так понимаю, дают в распоряжение. Да, мы принимаем. Так, что тут такое? Пап. Ну, открыть. Давай откроем. Бесплатно, да? И что вы нам дадите? А дают нам Сильвербэк. Понятно. Принимаем. Так, нажмите сюда. Бесплатно, за один кристалл. Открываем еще какой-то сундук. И нам достается гладиатор. Принимаем. Так, соглашаемся. Возвращаемся и идем в компанию. Небоскреб какой-то. Босс. Угу. И смотрите, всякие зомбики. Дроп тут есть. Ага, это мы набираем себе команду. Принимаем. Соглашаемся. Так, я так понимаю, гладиатор у нас это идет как танк. Он у нас в первых рядах. Потом у нас... Так, ультимейт какой-то. Опа! Неплохо. Идем с вами дальше, бежим. Короче, здесь, ребята, какая-то такая игра, знаете, вроде бы как и зомби, и... Сразу же, как бы вам сказать, мои, например, персонажи вообще какие-то как полулюди, полукиборги. Так, опять ультимейт накопился, отлично. Бежим дальше. Ну, я так понял, здесь самый главный босс — это Франкенштейн, который, в принципе, наверное, и придумал вот этих всех уродов, с которыми нам придется воевать. Так. Выпадают всякие сундучки. А из них мы подняли бронежилет сейчас в данный момент. А здесь что? Не понял я. Какой-то свиток, что ли? Так, ну что же. Первую волну мы прошли, я так понимаю, да? Да, на 3 звезды. Принять, согласиться. И... У нас тут подсказочка опять идет. Так, гладиатор 1 уровня. Ага, мы можем надеть ему бронежилет. Слушайте, ребята, эта игра у нас идет из ряда, знаете, это Лига Ангелов. Ну и тому подобных. В общем, можно, в принципе, дальше посмотреть, что у нас здесь будет. Так, 3, 3 и 2 звезды. Ладно, соглашаемся, в общем, и у нас следующий бой. Нифига тут, зомбари, тут чувак с топором. А это вообще какой-то магией шпарит. Полукиборг, полузомби какой-то. Ладно, давайте его закромсаем. Все, в принципе, никаких проблем с ним вообще не было. Так, очередная волна. Ну-ка, что у нас вот? Вот так вот, хорошо так пришпарили. И этих тоже мы с вами разбираем. Ну, первые уровни, они, ребят, всегда самые простые, так что тут не стоит обольщаться, что все так легко и просто. Ого, ого, такой же, смотрите-ка. Чувачок вышел. Ну, у них тут, как видите, какие-то разборки между собой. Гладиатор против гладиатора. Так, что ты у нас делаешь? Вау, ничего себе, ракетами приголубил их. Хе-хе. Давайте, все. Забомбили мы вражеского гладиатора и прошли еще одну миссию с вами. Так, уровень растет потихоньку.
Так, что у нас здесь? Герои. Ага, мы можем им надеть еще экипировку какую-то определенную. Так, тут я смотрю, берет. Так, 75 хп дает. И здесь тоже плюс 70 хп. И восстановление жизни тоже есть у этого жетона. Так, а тут у нас... Вот, ребята, какие персонажи будут открыты потом. Ну, опять же, для них нужны будут карточки. Так, а здесь у нас... Ага, еще один жетон. Одеваем. Тут и рейтинг, и все. И я так понял, тут ДНК что-то можно с этим делать, как-то их улучшать. В общем, в этом надо во всем разбираться. Так, опять босс какой-то. Рэпер с ножом. Зомби-рэпер. Вот он бежит. Эй. А ну-ка. Да ну, ватный какой-то он. Слишком ватный. Так, упали. Получи, распишись. Смотрите, какие они это. Не, ну, анимация здесь сделана довольно неплохо. Мне нравится, в принципе, стиль такой вот игрушек. Не какие-то тут корявенькие человечки все-таки, как бы, есть. Видно, что что-то тут, как бы, постарались над графикой. Ну что же, мы с вами практически прошли еще одну волну и переходим дальше. Третья, последняя волна у нас здесь. А вы, ребята, если вам эта игра понравилась и вы хотите видеть продолжение, то вы знаете, что надо сделать. Нужно просто-напросто так лайкнуть. И чем больше лайков будет, тем быстрее будет выходить следующая серия, ребят. Так, отлично, выросли. Так, у нас тут какая-то стелла, а мы с вами будем сейчас одевать следующие вещи. Так, что у тебя здесь? Ага. Так, монтировка какая-то. А тебе что можно одеть? Тоже монтировку. Замечательно. И тебе мы одеваем берет. Так, и монтировку. Сколько я монтировок-то тут надыбал, а? Но он двухзвездочный. А остальные у меня по три звезды имеют. Ладно, давайте сюда пойдем. Воу, босс. Смотрите, какой урод. Ну что же, посмотрим, какой он в деле у нас. На картинке-то вроде выглядит ужасно. А как он в бою, не знаю. Отлично. В данный момент, как мы видим, у нас пока три бойца. Я не знаю, сколько здесь можно брать максимум. Ну, судя по тому, что если вначале нам показывали целый отряд, там, по-моему, из 5 или 6 персонажей, то это будет довольно круто. Так, отлично. Всех этих рэперов мы сейчас накажем. Замечательно. Ну-ка, ракеты пошли. Я так понимаю, что тут будут и скиллы новые. Да вообще все будет. Так, интересно, а авто здесь работает или нет, а? Если я поставлю на автобой. Так, замечательно. Сейчас мы вот этого босса распилим с вами. Он задолбал там какими-то ракетами шмалять, а? Гаденыш. А ну-ка, давайте-ка взбучку ему. Ну? Добиваем, добиваем, ребята. Ага. Пошли ракеты. Все, ну, не такой уж он и босс, если честно. Вата-вата, одним словом. Так, у меня партия повысила уровень себе, да? Замечательно, принимаем. Так, что-то нам опять хотят здесь показать. Так, гладиатор 3-го уровня. И... Что такое здесь? Ну, давай, экипируем его. Так, это надеваем. Фузы. А, все, ребята, понял я. Новую обилку он получил. Ха-ха. Ну, как, в принципе, во многих играх такого жанра. Объединяешь все эти карточки, и твой персонаж потом улучшается. Так, и... А здесь нет ничего, к сожалению. Ладно. Ну что же, тогда нам остается только идти дальше с вами. Да? Да, именно так. Опять какой-то очередной босс. Зомби-киборг. Тут все... О-о-о-о, смотрите, 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 какой... Какой-то врач идет с пилой, блин, ты же недавно был боссом, ты уже что, обычный моб у нас? Какие-то таблетки берем, блин. Так, закромсали сосунков. Блин, прикольно так идет, да, с пилой. Искры по земле, нормуль. Я, ребята, конечно, могу ошибаться, но... По-моему, мне кажется, что эта игрушка из новеньких релизов. Недавно только вышла она. Так что, дерзайте, как говорится. Пока можно здесь развиваться
А потом будет тяжело, когда пройдет время, тут уже все раскачаются и тяжело будет всех догонять. Так, поехали. Отлично. Блин, наполучали лута столько, офигеть. Что такое? Я уже думал, что-то зависло там. Так, ну что же, победили мы босса, ребята, с вами. И, ну да, понятно, победа. Опа-на. По четвертому уровню получили. Так, секрет какой-то. Оу. Реворд мы получаем, ребята. Так, ну-ка нажимаем. Здесь соглашаемся. И нам достается Зевс. Фига, чувак, с копьем такой, крутыш. Так, и что здесь? Ага, опять что ли снарядить надо? Ну ладно, давай. Ага, нет, нифига, нужен второй уровень. Ну вот это мы можем ему одеть. Хо-хо. Так, здесь ничего нету. В принципе, все получается, да? Ну да. Да подожди, а что вы показываете-то мне здесь? А, вот что-то здесь. Таблетки. Не понял, это что такое было? А, ребят, таблетки нужен для того, чтобы мы могли прокачать уровень. Причем довольно быстро. Так, есть вот здесь четвертый, смотрите, видите, пятый левел. Шестой. Ха. Гладиатор у меня шестого уровня, самый мощный, можно так сказать. И опять у нас босс. Я так понимаю, это... Так, что такое? Вот, вот так надо. Короче, проще говоря, у нас в каждой третьей волне в конце ожидает босс. Как ни крути. Ну, как видите, боссы здесь ватные. А может быть, здесь будут и мощные, эпические боссы. Пока нам этого неизвестно, ребят. Мы с вами проходим самую первую карту. Я так понимаю, это как тренировочная идет у нас. Вау-вау-вау-вау-вау, бегут, бегут. Блин, посмотрите на этих баб. Как они плюются. Охренеть. Ух ты, вжарил я им неплохо. Так, отлично, всех покрошил здесь. Так, продвигаемся дальше. Кто тут у нас? Смотрите. На-ка. Ох ты, довольно неплохо, неплохо. Когда он прыгает прямо в центр вражеский и уничтожает их, это довольно круто. Так, отлично, завалили босса, который там стрелял по нам. Никчемный какой-то он оказался. Так, и у нас тут белый дом, что ли, типа того. Так, секрет. Оу, что это такое? 30 билетов, чего? Так, я что-то немножко не понял. Что от нас тут требуют? Так, смотрите, тут... А, тут и люди есть, смотрите. Вот обычные полицейские какие-то. Чуваки в противогазах с винтовками. Зря, конечно, они против нас-то тут прыгнули. Мы же как все-таки киборги. Нам пофиг на все. Так-так-так-так-так. Группа захвата. На-ка. Выкуси. Ну, естественно, здесь все идет на легкотне. Если это тренировочная миссия, то понятное дело. Поджарили. А вот когда мы уже перейдем в реальную, например, бойню, я думаю, там будет уже не до смеха далеко. Так, что, что есть, есть у нас, ребята, возможность обилочку применить, ракеты и у гладиатора. Вау. Такая шоковая волна, я бы назвал ее, да? По земле шипы идут. Все. Довольно быстро и легко. За минуту 15 мы с вами справились. На 3 звезды. И наполучали лута целую кучу. Да что ты мне показываешь, что все на этот дом? Я не могу врубиться никак, а? Что надо тебе? Опять то же самое? Хм, странно. Блин, я даже не знаю, так. Какие-то секретные файлы. Ну, я даже не знаю, ребят, не знаю. Давайте мы, наверное, пойдем с вами дальше. Хотя показывают мне на этот белый дом. Что-то я там не сделал. Или пропустил, может быть, что-то. Так, кромсаем. Получили с вами жетоны. Так, побежали. Ну что, ребят, я смотрю, автобой у нас здесь работает довольно неплохо. Все сами они делают. Как вы видите, прекрасно. Я ничего сейчас в данный момент не делаю. Просто наблюдаю за этим процессом. Отлично. Это, кстати, очень хорошо, когда вот такая система есть. Так, что это такое?
Что-то ему нужно вернуться. Куда-то, зачем-то, для чего-то. Нет, Зевс, давай-ка лучше дерись пока. Потом мы посмотрим, что там надо сделать. Так, ракеты пошли. И добиваем, добиваем. Все, ребят, победа опять за нами. Так, уровень не получаем. Да что ж ты мне все показываешь-то сюда, а? Я не врублюсь, блин. Что я мог здесь пропустить, а? Ладно, давайте еще разочек попробуем на автобое. Пройдет он. Ну, давайте кромсать его, елки-палки. Так, добили, отличненько. Еще две волны, но здесь, ребята, сами видите, ватные все, так что можно особо не кипшовать. Бьют они все сами. Так. Отлично ты выстрелил, командо. И последняя волна. Где у нас? А, вот босс. С огнеметом с каким-то. Опачки. Как говорится, горите. Кстати, да, ребята, я вспомнил сейчас. Когда я скачивал эту игру, я помню, там была такая картинка. Они дрались против какого-то босса. И там боссяра просто здоровеннейший. Так, моя команда получает третий уровень. Нет, ты запарил уже, а? Мне все сюда тыкать-то. В самом-то деле. Так, ревард, ревард. За что ревард? Я не получаю. А, во, вот, получил, ребята, 15 карточек я какого-то нового персонажа. А тут нужно выполнять квесты. Ух, понятненько все. Оу, тут можно снаряжать и снаряжать. Давайте-ка мы здесь снарядим и, наверное, посмотрим, что здесь есть. Так, ну это понятно, экипировка, все, тут обилки у нас есть. Ага, вот. Чем выше у нас уровень, тем больше обилок у нас откроется. В принципе, все понятно. Так, жалко, здесь нет кнопочки, как вот во многих играх, экипировать сразу все. Все, что доступное, можно сразу было бы одеть. Это, опять же, намного бы упрощало. Так, отлично. И новая обилка открылась. Какая-то ловушка. Угу, одеваем здесь, одеваем тут. Так, это у нас гладиатор. Так, так, и Зевсу тоже оденем костюмчик. И вроде бы как все. Все одеты. Все пределы. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, босс тот же самый, которого мы уже с вами видели. Зомбари тоже те же самые. Так, отлично. Сундук. Кольцо какое-то выпало, замечательно. Бежим дальше. Такие бегут, да, блин. Я представляю, блин, да? Зомби, точнее киборги, которые превратились в зомбарей. Фига, я там что-то получил, какой-то инструмент, что ли. А вот и босс. Ну, босс-сосунок, даже два. О, вот это новость, ребята. Что ты там пуляешь-то, а? Так, ну-ка, подбили, нет? Нет, вот сейчас подбили, ребята. Хе-хе, победа за нами. Я даже в этом не сомневался. Слушайте, тут у нас и деньги идут, и все. Это все для чего-то нам пригодится рано или поздно. Значит, что-то можно будет покупать. Так, ну-ка давай оденем. Следующий у нас кто? Ага, Зевс, тоже можно ему что-то одеть. Так, замечательно. И все. Остальные у нас все одеты, разодетые. Босс, следующий. Оу, новые монстры какие-то, смотрите-ка. Напоминает мне, вот я не могу вспомнить, то ли из Resident Evil такие были чувачки там. Так, мы уже с вами где-то на побережье деремся. Так, продвигаемся. Солдатики. Ох ты, турели тут уже, смотрите. Фига тут пошла, блин, затея. Опа, зато не все ватные какие-то. И последняя у нас третья волна, ребята. Так, а вон и босс красненький бежит.
Ну, та уже вполне человек. По крайней мере, выглядит так. Ну, правда, киборг. Так, ну что же, ребята, победа, я так понимаю, сейчас будет за нами. А на этом я, наверное, буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Это была у нас познавательная обзорка этой игры. Ну, а с вами мы увидимся уже в новых следующих видосиках. На этом все. Всем пока. До скорого, ребята.